Контрольно-надзорные ведомства раз в квартал будут обязаны проводить публичные встречи с предпринимателями. Их формат сегодня обсудили на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата. На официальном портале региона до 1 октября появится раздел с графиком проведения таких встреч с представителями бизнеса, где предприниматели смогут задать любые, даже неудобные вопросы и получить ответы. Вчера глава государства этому уделил достаточно пристальное внимание, еще раз указал на то, что пока, скажем так, эффект от этой работы не тот, на который он рассчитывает. Поэтому мы с вами сегодня должны серьезно подойти к этой вещи, и учитывая то, что меня как главу исполнительной власти, сегодня, согласно всех поручений, в этом процессе сделали главным, как раз и необходимо создать все необходимые коммуникации, чтобы в этой работе мы с вами не забуксовали.